А не туда гранату кинул, идиот! Да отвали же ты, блин, придурок! У меня хпшек нифига! Эй, всем привет, майнкомрад, с вами Куки и Пинки. И сегодня мы продолжаем проходить Канцгор Энканоли. И сегодня мы будем бродить по стрип-клубу. О, отличные фотки. Класс. Так. Ой, что у вас уродов так? Вот вечная беда, кругом урод. Ну что такое? Не надо меня есть. Я его не заказывал. Пам! Окай. Это, если я так понимаю, я... В стрип-клубе Банино. А, точно, да, я ж там... И вот я тупень, не тут... Фак, да пошёл ты, мудак. Всё, сейчас, надо собраться и потихонечку... Понечку! Всё, это разру... Лить, пошёл он отсюда. Вот. Так, тут, по-моему, секреточки есть? Нет, секреточек нет. Ой-ой-ой, а я вот, по-моему, зря вот эту... Каноли эту схавал. Кстати говоря, каноли — это такая еда. Лузер. Ой-ой-ой. Ой, что я? Всё. Так, ну-ка, перезарядись. А что мне можно взять? Ладно, мы возьмем пока что что-нибудь попроще, потому что... Ой, мудак! Потому что, может быть, ничего такого сложного не намечается. Ай! Ну, если как-то тупить не буду, вот как сейчас, тогда ничего сложного не намечается. Хотя, не тупить, это в моем случае нереально. О, огнеметик! Огнеметик! Что-то там Кунио говорил, я огнемет не взял. Вот он, огнемет же. Я же сказал, он будет. Или, может, он где-то еще там должен был быть, но не знаю. В любом случае, без огнемета я не останусь. Так, окей. Что за хрень? Ууу, катсцены. Ты такой, я могильщик, и твой ящик уже готов. Ты о чем? У тебя есть 5 секунд, чтобы сказать, где ты держишь парня, прежде чем скормлю тебя твоим собакам. Я, если честно, там не успеваю читать. Короче, сломайте ноги этому чуваку. Какого фига они все время хотят ноги... А, мудаки! Все время хотят ноги сломать. Ай, у меня еще... Отлично, у меня еще хпшек нет. И гранат нет. И ни хрена у меня нет. Сгорите, сволочи. Мудаки! Слушай, что тебе там надо? Сиди, бухай там потихонечку. Ой, мудак. Все. Ой, все. Отвалите. Боже, а зачем я сделал? Все, всем лежать. Так, ага, там еще хавчик лежит. Каноли! Вы поняли? Каноли — это вот эта жратва, которую он ест, как каноли. Ай! Мудак! Вот, правильно. Маленький красавец. Так, я не помню, босс-файт... Да, по-моему, здесь, где-то в этой главе должен быть босс-файт. То есть вот с этого Бонино надо раскатать. Ха-ха-ха-ха. Па! Хи-хи-хи, обломись. Обломись, обломись, тварь. Обломись. Обломись. Get back, motherfucker, you don't know me like that. Get back, motherfucker, you don't know me like that. So come on, come on, don't get swung on, swung on. It's the knick-knack, paddywhack, still riding Cadillac. Oops. I'm new. Пошёл. Ой, да что? Как табличка может быть такой непробиваемой? Что за бред? Окей. Так. О, а тут есть секреточка? Нет, секреточки тут нет. Печально, печально. Думал, там есть секреточка, а там нет секреточки. А тут такая жопа. Так, топливо. Отлично. Вот с этим чуваком надо...
Вот так вот. Вот так вот. Чё думали, Томми Ган это вам не письки на заборах рисовать? Да, пошёл. Вот так вот. Давай, давай, загорайся, бочка. Тупая бочка. Ладно. Так, бочка, бочка, бочка. Вот так вот. Как Ахиллеса в пятку, да? Точно. Оп. Гори. Ох вы мудаки, как вы не сгорели? Ой-ой-ой-ой-ой. Это нынче мудаков много развелось. Ой, присядь. Присядь-ка. А, пошел вон, мудак. Ты че так пикевший? Ай. Ублюдок. Я тебе это припомню. Что сказал? Чё ты, чё там сказал? Повтори это, Валерия. Повтори это, Валерия. На, давай. На, красавец. Своих взорвал. Молодец, молодец, красавец. Вот, а, вот в этот раз всё хорошо получилось. Нет, все, хватит патрон расходовать. Так, давай, 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 давай. Опа! Ой, да пошли вы. Чё ты мой? Я второй раз на это попадусь, а вот хрен вам. Don't quit your day job. Так. Ай-яй-яй-яй. Это кто тут ключи не по назначению использует, а? О, мостик. И он заминирован, интересно. Это почему это? Ну ладно, это мы сейчас узнаем. Бэм! 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 Чё, ещё есть? Все, закончились? Окей. Ага, вот почему. Потому что... Теперь у нас что-то внизу есть. Гараж. И сейф. Лови. Упс! Так, гараж, наверное, можно как-то открыть. Ой, толстый, ну что ж ты такой толстый? Слушай, а чувак, ты прикольно тут устроился? Зомбари вокруг гулял, гори. А, мудаки! Идите вон этих банинесов, бейте. Бей банинесов! Вот чёрт, вот чёрт. Я труп, я труп, я труп, я труп. Молодец! Ай, молодец! Так, вот, мы открыли гараж, я так полагаю. Гори. Ага. Ой, да пошел ты. Охренеть, у меня здоровье на один плевок. Если там сейчас нет лечки... А, есть, это хорошо. Ой-ой-ой, нет, нельзя быть таким грубым. Таким грубым быть нехорошо. Как говорится, мудаком быть себя не уважать. Вы что, себя не уважаете, что ли? А, не туда выкинул. Ой, да пошли, я... Мудаки. Перезаряжайся, резчик, придурок. Блин, я труп опять. Ну, ну спасибо. Еще тебя не хватало. Так, у меня вообще есть гениальная идея. Возьму-ка я огнемет. Уж против огнемета, как говорится, нет приема. Ай, Будда. Гори в аду, сволочь.
Ха-ха-ха-ха-ха. Обломись. Сейчас мы сейчас его тачку вернем. Давай-давай-давай, бочку, бочку, подожди, пожалуйста, бочку. Вот. Ай, молодец. Сэкономил мне патроны. Урод. Ты офигеешь. Во-во, давай-давай, из него все дерьмо выбей. А, они друг друга перебили, отлично. Бежать. О, сейф. А вот и босс файт. Выкладывай, Фрэнки. Я знаю, что ты знаешь. Сначала ты приходишь и несешь чушь об этом, каждый в этом городе превращается в непонятно что. И сейчас эта твердила ищет тебя. Почему? Саня, пожалуйста, я ничего не знаю, я клянусь. Не заставляй меня делать тебе больно, Фрэнки. Брось отсюда, Фарюга. У тебя должны быть стальные яйца, чтобы пройти сюда. Сейчас мы тебе все устроим, родимый. Пойди сюда! Да ты задолбал! Да что у меня с оружием, блин? Дай мне нормальное оружие! Вот сюда. Got some balls. Да отвали же ты, блин, придурок! У меня хпшек нифига нет, а этот идиот почти дохлый тоже. Давай. God, you're just like a turd that won't flush. Отвали! Красавчик! Fatality. Ай, молодец! Ух, ай, красавец! Вообще, у него больше мозгов, чем я думал. Не благодари, давайте выбираемся отсюда. Who are you? The name's Vinny. You can thank your boss, Mr. Belluccio. He's the one paying me to save your ass. But first, I want to know why are you so friggin' important that he's making me go through hoops to get you to his place alive? That's pretty obvious. Это очевидно. Есть только один способ покинуть этот чертов город. И это через воздух. Ты о чем говоришь? С той штукой вот там. Верно, мистер Вин, с помощью дирижабля мистера Белуччо. И догадайтесь, кто единственный может им управлять? Ты, пилот! Верно. Я отдаю свой дом в Первом мировой на Старом континенте. Избави от этого патриотического дерьма. Давай, пошли отсюда уже. Армия перекрыла все выходы. Они стреляют в всех, кто пытается перейти. Они даже заминировали мост. Вот мудаки же.
We gotta cross that bridge. And if they're not part of the solution, нам надо перебраться на ту сторону, значит, они становятся частью проблемы. У нас тоже есть пушки, так что пошли. Ну, босс этот, блин, это вообще, ну, полный босс. Ну что ж, думаю, на этом будем заканчивать эпизод. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал и до встречи в следующем эпизоде. Всем пока. Вали. Ай-яй-яй. Пацанчики, чё офигевший там? Всё, идите отсюда. Начинатели ирландской... Опа. Космической программы. Точно, я понял. Я вас раскусил. Ага. Сейф. Ой, не только не лепреконы, пожалуйста.